подсудимый не явился, надлежащим образом был уведомлен о дате и месте судебного заседания, полагая необходимо объявить привод и отложить судебное разбирательство. А позиция защитника? Ну, здесь я также полагаю, что рассмотреть уголовное дело в отсутствии моего подзащитника не представляется возможным. Также считаю, что необходимо подвергнуть его приводу, поскольку он не явился.